Так, всех приветствую на нашем канале. У нас сегодня куча такая вот, куча 5 посылочек сайта AliExpress. Разного всякого интересного. Так, ну что, начнем с самой большой вот этой вот посылочки. Ставим лайки, подписываемся на канал. Мы будем сейчас смотреть, что у нас здесь пришло. Так, все что-то здесь завернутое. Так, посылки больше ничего нету. Так, продавец упаковал все красивенько. Сейчас мы здесь посмотрим, что у нас тут-то пришло. Так, у нас пришла лампа. LED-лампа для аквариума нашего. Так, ну что, сейчас посмотрим. Проверим. Такая вот небольшая лампа. LED-лампочка. Пишут, что не водопроницаемая, специально опускается в бассейн, так, где наши присоски. Чего одна. Вторая присоска, нет? Есть и вторая присоска, и еще такой вот колпачок с этой стороны. Вот так вот. Вот, надевается вот этот колпачок. Такая вот лампочка. И вот сюда присосочки вставляем. Так, ну и что, сейчас сразу проверим ее. Так. Такая у нас тут вот под евро вилку. Переноска я не проверю, не достану. Потом проверим, потому что надо другую переноску или переходник, потому что меня не достанет. Так, ну что ж, могу сказать. Все отличненько, все красивенько. Какие-то разные светодиоды. Сейчас я нажму паузу, мы перейдем к другому. Итак, продолжаем наше видео с этой лампочкой. Так, оно вот тут вот присосалось. Сейчас мы ее включим в розеточку. У нас тут жужжит компрессор в рыбках. Сейчас мы включим, проверим. Вот так она вот ярко светит. Прямо аж чересчур ярко. Прямо аж зашкаливает. Не знаю, тут не будет так видно. Все светит очень ярко. Мы сейчас повернем туда. Посмотрим, как она светит. Вот так вот. Прекрасный просто мега мощный свет. Синим и белым подсветка. Никаких вроде переключателей нету. Вот так вроде бы все красивенько. И все супер. Продолжаем. Итак, продолжаем дальше наше видео. Так, мы распаковали только что самую большую, распакуем и самую маленькую. Тоже у нас тут интересненько такое. Так, смотрим. Здесь у нас лапка. Лапка для швейной машинки. Так, больше ничего нету. Так, посмотрим, что же у нас представляет собой эта лапочка. Так, металлическая лапка. Вот такая вот. Тут вот отмеряем. Регулируем по какой должине тут вот. Чтобы нам это впрочем, чтобы видно было, по какой у нас тут отметочке держать линию. Вот. В принципе, больше ничего такого сказать не могу. Не специалист. Так, следующая посылочка. Вскроем вот эту вот. Что у нас тут? У нас здесь что-то беленькое. Что-то такое. Даже не знаю, что это такое. Такого я и вроде бы не заказывал. Все, мой адрес указан на коробке. Все указано мое. Не знаю. Сейчас мы с вами посмотрим, что это такое. Я посмотрю. Посмотрю свою. Все, я понял. Это у нас из серии женского белья. Все, я вспомнил, я знаю, что это такое. Это у нас типа тут такая кофточка, такие вот у нас нижнее белье. В принципе, инцептироваться сильно не будем. Это у нас для милых дам. Так, следующая наша посылочка. Тоже для дам. Бюстгальтер. Такой вот белого цвета. Бюстгальтер.
заказываем уже не первый раз. Качество, могу сразу сказать, отличное, даже не скрываю его. Заказываю этого продавца уже много раз. Ну, в принципе, видео уже у меня есть. Ссылка на товар будет под видео. Качество отличное, носит отличное. Уже заказывали не первый раз. В принципе, больше такого внимания на нем не будем. А следующая наша посылочка. Тут что-то у нас какой-то материал. Будем аккуратненько вскрывать. Ничего не порезать. Тут у нас, походу, не знаю, что такое тоже. Что-то такое вот такое вот. Интересное и красное. Так, ну, наверное, шторы. Или что-то такое вот. Что такое за ниточка? А, точно, это у нас такие вот шторы, все показать не смогу. Вот такие вот в виде сердечек, может вам видно будет, может не видно. Ой, думаю, путаться будет сильно, но ничего. Если вам видно, такие у нас вот шторки. Какие-то не коротенькие, вообще коротенькие. Все, это вся шторка где-то метр этой шторки. В принципе, больше тоже. Ну, такое вот себе, скажу честно, такое вот средненькое качество. Не знаю, как оно будет. Жизнь покажет. Вот такое вот у нас. Здесь сами видите все. Длина где-то около 2 метров. Ну, так на вид симпатичненько. Где-то в дверном проеме. Показать на всю не могу, камера мне не хватит, вот так все вроде бы отличненько. Ну что, будем заканчивать на этом наше видео. У нас сегодня были очень интересные и нужные посылочки. Ссылка на товар будет под видео. Не забываем подписываться, ставить лайки. Всем до новых встреч, пока.